Не нужна никому, но. Ну, ЖКП, видимо. А, отойду. Подождите, это не печеньки, не рольте, я вылетел. А, там, ну, у Геровского я не ролил, Павел. Да мне с обычки пойдет. Клинит. На оф, можно печеньки? Ты на оф ролил? За фон. Кто я? Да. Тоже на оф ролил. Ну, так один ролил, извини, как его? Он ролил на не тот спек. Не забывай, у него кот и мейн. Он ролил на оф. Так. Это я. Это обычно, это по один же черных книжник, Крися. Я и обычный гор, у меня аэродром. Под отдела. Так, Крися дал. Че, печеньки срезать или не срезать? Нет. Если все за половину, тогда... Обычные? Ну давай обычные за половину, ладно, хоть. Геровский по фулу дам, наверное. Там какие печеньки-то были хоть? Да, обычная это такая, нахуй. Вот, я Геровский. Понял, на кого? Вот, Геровская на тебя. А да, обычная на паладин, жрец, чернокнижник. На, блядь, 6, нахуй. Моса 5! Я думал такой неудачник, вот, блядь. Да, есть вот. Еще хуже меня. Анкил вообще один. Все, отдыхай. Один равно 100. Ну это не везде. Ты пашемся. Бой, это ты где? А. Смотри, так нормально сова разогналась в конце, да? Скажите, кстати, ДПС сурка. Поезд зашел. Первые 15 мест, пожалуйста. Да мне это не сравнилось. Ребят, я извиняюсь, я пришел. Угу. Давай, заходи. Кстати, я помню, что потрешь там 300 чем-то на нос. Да, кстати, Ленка не потрешил. Рога заслужил печеньку, молодец. Гурсик-то, гурсик-то. А, Валькирии сносим, не стоим. Только Рога в Т4. Что-то я не подумал. Рога, нахрена ты в Т10 будешь гонять, или чё? Да вон он, Ленка на Т10 часть, с которой он носит. Ну, смотрится. Ты, Валькирии сносим быстрее так. Че кто печеньку унес? Рога. Так, пошли. А. Давайте оперативно. Не тормозим. Да не надо, нормально проходит. Милишников не особо много.
5. Мастер, выруби нахуй. Чего вырубать-то? Меньше страдайте хуйней, больше ДПСите, блять, в трэш. У меня тоже замучен, я и не понял про что. А ты пол забрал токен, да? Да. Какой гоблин, мама, ебись. А вы ешь? А мы в прошлый раз тут две собаки играли, да, и большинство? Ну, задумчик такой взял, надеюсь. Там ему надо еще какие-то мини-квесты пройти, не? Гнев. А ну, ладно, просто там квест возьми, потому что тебе надо будет сейчас этот кровь стуху вознелого, если никому не надо здесь. Понял. На посох вот этот вот кровь нужна. Да. Или на этот. Здесь. А, клиник, ловушка, ты чё? Ловушка! Поверни быстро. На комбо там вообще-то десятку заебись заходит. Что-то верни, я вообще что-то, блядь. Нет. Пусть Тёма кинет на роллы всё. Всё, всё кинет. Ленточку. А ленточкой? Да, клинит за металл. Дай на ролл. Она передаётся? Да. Да. Это штоповый шмот, ёп. Так только после собаки кинь на ролл. Да, давай, я сейчас разрою, ёп. Давай, ленту, я её сейчас разрою, да. Я бы залутал ленту или мозг, не знаю, нахуй, после такого. Может, пока не ролли. Будет второй шанс. Прохил, 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 прохил. Молодцы. Ой, какие молодцы. Сейчас так сказал, что где на тупом будем вайпаться после этих слов. Давай, успокойся. Так. Вторую ловушку. Ленточку ролим. Бля, у тебя 80 рул проебало, ну уж раз. Вижу пока 90 мосса есть, да? Мосса. У меня рейд ролл есть, да, мосса 90, потом эксцесс 76. Все, всем, кому нужна, мосс обмен кинуть. Блять, это позорно в таком шмоте ходить без ленточки. Действительно. О, у тебя там что, 290? Налево на тупо. Я тупо две ленточки отдала, мужики, о чем вы говорите? Закиньте рову ход. Девчонки, блядь, не так ведутся никак. Чего псану еще раз? Рову ход, тот, что печеньку забрал, закиньте гильду. И сразу ему ГП за печенье. Можно меня закинуть хантам, пожалуйста? Ну а что, если он попался, значит попал. Ход, ты идешь гильду или нет? Слышь, закинь пусть в первую партию. Да-да. К миликам. Значит, тогда хорошо, сейчас закинуть её. Типа 20% АП не будет. Плюсани в рейд, пожалуйста. Ход, плюсани в рейд. Угу. Задум тебе, чтоб кровь полутать, надо в Даларан скидать. И квест дать. Как дать. Же ты ему отдал? А, да? Порт ему поставь.
в Даларан иди, там тебя ждет NPC, которому тебе надо сдать квест. Быстрее, ты пошли. А его уже гильдию приняли, да? Да. А что, это написали никак? Слышь, как ты ему отдал печеньку, если у него нет ни одной, это десятой? У него есть 10. Я же линкован. А зачем мне просто... Не, мне зачем интересно, просто зачем Роги вообще собирает токены, если не собирает? Это самый топовый. Прям возьмёт, что в руки продаст. Конечно, Т10. Маленький ему скажи, надо им Т10 шмот или... Чё вы к нему пристали? Я спрашиваю, это пофиг, пускай будет. У него 15 кдпс, а вам мало чё ли? Заслужил человек печеньку? Встаньте там. Нормально. Слушай, если я вот совой был это пятым по ДПС, значит я могу и волю ролить, правильно? Ну, она тебе не нужна. Так, как не нужна? Шкаф. Рога, имя мне напиши в ПМ. Мастера вот напиши. Не, ты ДПС Ави давал на Талик. А где стоит этот NPC, блин? Да квест возьми и там посмотри, где кому сдать его. Ага, секунду. Блять, ребят, таких хуй. Да мне не знаю, блядь, а, все, вижу, вижу. Действительно, такие, что хуй. Есть, обмен кинь, Живань. Сейчас, еще суммонит тебя, лети давай нахуй. Можно шкафчик, Локи, пожалуйста? Угу, спасибо. Ты уверен в этом? Все нормально. А что, не апаться? Ты сдал квест? Да. Все отлично. Тыкаем. А вы РС-ку геровскую выходили? Пробовали? Нет. У нас не надо убить. Джайна убить. Да какую нахуй Джайну? Надо ЦЛК 25 хрям убить. Для начала. Так, две метки в споры, две метки в квадрат... точнее, споры в квадрат печеньку, одна под боссом. Так, что у нас по РДД? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Хилы. Нет, тоже в рейнджер лучше стойте, потому что нахуй эти пельмени. Соответственно, милишники, разбредаетесь на левую и на правую ногу. В одной точке не стойте. Будут пельмешки, зеленая лужа, значит, соответственно, убегаете или в левую ногу, или в правую ногу, потому что, чтобы рассматривать. Чек на готовность. Чтобы вы понимали, я думал, это гниломор, ты побежал под кран. Рейндж 10. А рыба будет? А, или... рыбу надо. Да. Ну, у меня ничего же нет. Рыбу. Бафнули мага, пожалуйста. Я тебе кулак бафнул, чего у тебя нихуя нет? Да, можешь в миле. Только смотри, этот, на пельмень не попадайся где-нибудь. Все рыбу пожали, чек на готовность. Все готовы, отчет на пол. Начинает Эвинар. Ну чё, народ, погнали! Турбоиска, не заблюдёмся. Геру. С правой или с левой ноги, занимайте место. По центру нахуй не стойте, блядь. Милишники. Для всех, говорю, шваки. Блядь, справа. Споры. Турбо. Не забываем уклоняться от этого. Слева. Слева. Слева, алло.
По спорам разобрались. Рынжу наберите, должно 3 блевать, а не 4. Споры. Распределились. Почему? Ой, проебали. Здесь опрожмись. Угу, отлично, Войт, красавчик. Справа. Блять, слева. Сука. А, да-да, лево, лево. Бабу. Справа. Блять, и меня зацепило, как нахуй? Не знаю, я бабу снял, не похуй. Давай допрохиливаем. Не слакаем. Слева. О, заебись. Красавец. Блять, и меня опять зацепило, блять, да как на? Да хил рейда. Алиса, прожми. На танке. Так, мы народ. Справа, справа отошли. Мы народ Берни Шансунга. И давай, давай мне кап. У меня БЗ нету. Фан, давай кап. Бля, да я заебался же ловить эту хуйню, сука. Шреддер тогда давай кап. Шреддер по войду. Мосс отдашь по задуму. Слева, 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 слева. Вайда не положите. Говно падает. Вместе с Колом. Сколок есть? Сейчас погрузим. Его отпуск из батьки. Ролим. Кровь кому-то нужна, плюс чат. Ну, кроме, соответственно, задумал. Да сюда не ходят такие, кому нужно. Да, Бутур. Так, Бутур. Давай. А что, не бегите, там бегите? Бутур сейчас будет. Слушайте, а да вы заебали, блядь. А что, раз в гере кровь падает? Да. Кровь я уже отдал. Вот торг что-то я тебе не могу нахуй присвоить. Да это будет чё, блядь. Шреддер почему-то не дал по мне капли, братан. Чё у тебя там, проблемы? Плечо, кольчуга, ролим. Ты знаешь, что значит? Не братан ты ему. Я ж тебя зубы закинул, не? Да я не видел. Ролим, пояс. Холи прист. Как бы тут оделась, пристав? Костя, а зачем тебе этот пояс? На уши? Демона. А демона? Или чё? Я
место лучше, что его остается, но по моему идет. Ну если все капы собраны, почему бы с духом не брать, если символ стоит? Ну да. Вот именно. Дальше идем. Этого лутера. Напоминай только мне. Так. Короче, на следующем КД надо обязательно закрывать Равина, Сулам, Руид. Надо, Руид. Ты мне его номер скинь в дисе. Я ему нахуй на названиваю, блядь, звук сразу. Хорошо. Пан крылья прожал, что такое? Сава, к успеху идешь, Шредрик. Давайте бить, пока это все висят. Так, соответственно, ребятки, где этот, Клини, ты можешь быть под боссом, хилы под боссом. Соответственно, остальные РДДш распределяемся вокруг. 5 клинит. Почему клинит-то нахуй опять в ПВЕ 2? Его кто-то перекидывал туда или чё? Я нет. Не знаю, может он просто слушать не хочет. Нет. У него закрытый канал почему-то, блять, мат. Он во всех закрытый. Там замочек висит, если чё. Замочек он для... не для участников. Участник, у меня висит замочек. У меня тоже висит, но это прикол не что, это. Может чекаем? Идите, да. Уже купите ключик. Соответственно, блядь. Чек на готовность, лиса на боссе. Вот, поводишь слизней. Соответственно, надеюсь, АДД знает, что делать. Рендже стоит. Замочек висит для этих. Для сакельдийцев. Юбилейный мастерал. Все готовы? Отчет на пол. На пол на вина дали. Сонг, иди сюда, ты что там стоишь? Кто там? Сонг. Иди под босса. Шансонг? А. Под босса иди, хилы под боссом. Поддерживаю раскол 5 стаков есть. И да, и не давайте маленьким слизнякам с этот смотреть в рейд. Сводим слизняков, да пока нахуй не надо, думаю. Вой, ты можешь их танкнуть, если чё. Но народ умер. Ави есть БР, БР. Да, сейчас. У меня этот слизняк не дает. Подведи в мили-зону, сведи. Бля, Войт, не надо, не забирай. Маленьких не забирай, их лучше пусть сводят, нахуй. Пусть отойди, не нахуй. А, камень есть? Блядь. Бернул? Да. Забыл. Ну ладно, похуй. А чё ж он тогда лезет? Зажми, Войт. Бойт, прожми с деф. Да, уже поздно. Так, нахуй. Захилили. Нормально. Ну ты, бля, пиздец. Так, взрыв. Готовимся. Разбежались. Быстрее. Прожми деф. Разбегаемся.
Наверное, поэтому тебе это хрен не беру. Баффер друиду дали? Блядь, ну вы, конечно, блядь. Ребят, ну рейнджу тоже набирайте, не забывайте. На хп там криком навейте. Мастер. Готовимся отбегать. Отбежали. Алиса, тоже. Когда? В босса, бегом, 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 бегом обратно. Быстрее. Пися бабл. Мосса Бэйшенцунга. Если есть. Падает. Угу. Так, мы народ... Да, ну... А, не на, не на, не на, нормально добьем. Задумайся, ебина. Ты сейчас стукнул, блядь. И еще и блюет, нахуй. Да, нормально убили. Травма. Ого. А кому она? Эрдру больше нет никому. Во. Мосса, давай, будешь оверсильным, нахуй, хилом. А знаете, я всегда одевался. Если падает шмот на танка, я одеваю танка. Да-да. Все, твоя судьба быть Эрдруна. Запястье. Кочужные. Не, ну пока Эрдру нормального нет, придет. Так ебать, ты с травмой сейчас вообще сильный будешь. Я и так сильный. Да? Угу. А, твич. Как вы ровно хилите, блядь. Я тут думал, что нынцы перехилили. Теперь смотрим, блядь. Ой, счастье! Твисю перехилили, ебать. Твися, тебе нужны, нет? Я вам сказал, почему, вот, смотри, блядь. Открывайте там это. Хуйню эту. Да, на чуть-чуть. Это этот. Как у Эксесса, дай Твинси. Вот, ты че у тебя там по осколкам? И скольки упал. А что ты, Юля, там сролила? Я запад заберу. Я СРСки не скоро заберу, потому что... А, ну запад. А спринцов забирать не будешь, ладно? Или чё, ладно. А у тебя квест есть уже, трубач? На осколки нет. У тебя душ? Еще 1000, да. Я потом не знаю, что будет. Отдал тебе? Нет? Не слышу ответа, травма. Нет, нет, не отдал. Хорош ты, блядь, самоубийца, нахуй. Так, мосса. А чё, шаман тоже катит травму, да? Нет, только друида. Ну, не только я, там на шамане иногда просто 3 комплекта пушек носу. Ну всё, у тебя без пуха. Так, XS. Нихуя себе, я через дверь прохожу. Тихо. Ой, забираю осколок. Как его? XS. Твинти, отдавай запа. Я на чистую ГП. На Папариора выше. Ну чё, вы готовы? Нет. XS. Я тебе говорю. Отдавай запа, Твинти. Боже, опять начинается, да? Как в прошлый раз. С этим Икарусом, Икерусом, блядь. А в смысле у меня тут показывается, что мы профа только что били, блядь. Ну, тут все, да, так. Зачем мы на профа идем? На профа идем. Будем бить проф. А что, может быть, Валику хотя бы? Ну, у нас 3 трая на них, на него, потом не убиваем, идем дальше. Ладно, девочки,
Надо ее музапы, короче. У нас одни бабы в гильде. Они весь ПМ тут заспамили. Надо, снимаем мега, пусть подавится. Я не этот какой, я не начислял еще. Твися топ, мужик. Одни бабы. Я ему в прошлом рейде уступила утешение, а он сейчас скулит, заебало его, видите. Забирайте, одевайте, что хотите делать. А ты с резких 25 гигабайт. Жуков, блядь, в гильдии по пальцам пересчитать. Одни бабёнки. Кого большие яйца, да? Пиши мне ничего, Зиду. АФК пошла. Да, давайте перекурчик. На сколько? На... Я полежать смогу? На кровать? Да, покинаю. 4 минуты. Джейс, если что, справа поставлю. Слушай, что-то я не понял, как что-то там ты про ИП, что-то белые, черные, блядь, светлые рассказывай. Позже потом. Если черный ИП, ты не сможешь ролить шмотки, пока тебя не станет белым. Что стало белым, тебе на минимум 10к ИП. Ай, не хочу я врываться, конечно. Просто линкану и уйду. Давай. Спроси у кого этот нечант мой, пусть тебе сразу изучают. Mm.
Чик на ФК. Костя зайдет, не? Да, да, зайду. Ну а пока еще один чек. Влипаем. Шваки, Войд, Ави, Меловчик. Че, я был ранен. Тактику расскажи. Тут если один, то тут все упадут. Монород не знает. Монород не знает. Да, я тоже тактику не знаю. Так, все то же самое делаешь, только, блядь, на перефазе отводишь, отходишь к этому, блядь, к столу. Ты что, 10 хэми не было, а 10 что-то? Ну, я думал, тут что-то другое. То же все самое. А про чуму? Чуму мили. Мам, десятка хэми тоже есть. Чуму относите в мили зону. Будет баф чуму относите в мили зону. Будем бить под зеленой колбой. Единственный на тут... переходке будем отбегать к столу, потому что будет этот выливаться два слизня. Соответственно, будет у вас около третьей каты колбочки. У некоторых красные, у других зеленые. Соответственно, по этим колбочкам. Если у вас зеленые, значит бьете зеленого слизня. Если у вас красные, значит бьете красного слизня. Надеюсь, понятно. А что остальное... будет возле второй карты? А? Ну, ты ж... ну ладно. Блять, Гурский нахуй, давай не глумись, ебаный вот. У категории будет этот колба. Соответственно, по цвету играете по тому цвету, которая колба, играете по тому слизню. В остальном все то же самое. Шкаф. Прикинь, какая корова тебя лизнула. Да, еще одну на фласку пропивать. Пиздатую. Так, пиловчик пришел, сум нет. Сейчас сумой. Зачем ты сопрот? По лужам бегать. Да, СС и так же. А, погоди, стоп. Так, задумчик на Мосу. Так, Лиловчик на Пана клинит на Шредера. Меня, если что, бэнут. Да, тебе на Шредера. Так, по особенностям я вам рассказал. В основном РДД хилы стоите, где квадратик, локи поставьте там ТП, соответственно, знаете, что делать. Чек на готовность. Блять, рыбу ставил, не? Рыбу ставлю.
Угу. А тут другого может быть? Тут другого не может быть. Так. Все, соответственно, на полный винар, Войт в чушке. Последний чек на готовность. Пусть пожри рыбу оперативней. Все готовы, Войт, подойди к столу. Ты опять у меня ханта убрал без спать? В смысле нахуй убрал без спать? В прямом. Где ты, блядь? Я в первом пати. На отсчет на пол. На полный винар. Пати. Ну, чё стоим в лужах, я не пойму. Эксцесс, в милизону. Быстрей. Ну, уже бутер. Перенесите чуму, кто на ком чума, в милизону, быстрее. Блять, у меня Войт не включены эти. Сука. Босса отводи. Отводи босса, играем по зеленому, быстрее. Сразу не подходим. Блять. Ясно. Так, Монаро, Дуршерипера, Авиа, Хота. Ой, два красных будет. Блять, перевели? Да, я не знаю. Мод один будет. Не один. По колбам. Красного, главное. Играем зеленый в зеленого, красный в красного. Быстрее, не забываем сбегаться. В обратное состояние это красного, да. Да, если красная колба, значит с красного. Ну, она просто раньше вот какая-то. Про хил рейда не забываем. Отошли от красного, отошли от красного. Боб. Да, я так думаю, блять, у нас этот. ДПС мало, да. Идем нахуй, мы совет. В пизду. Ебать, у меня пин. Да ну нахуй, кончим. У нас нормально, ДПС, только, блядь, дохнуть. Заспайте куку. Да нахуй, пойдем сейчас пройдем тех, кто. А че двое упали-то? Вроде рейд поднялись. Поднялся бы. Меня взрывом откинуло в лужу и отъехал. Куда ты поехал? Куда ты поехал? Ну, давай, давай, давай. Без проблем, покажи тактику. Забит, говорит. Нет, вот я обиделась. В лужу зайди. Мы тоже не так убивали. Ну, блять, покажите, в чем проблема. 25. Да, я угадаю, под столом? Нет. Ну там и под зеленым. Сейчас были, встали. В чем проблема? Сейчас, смотри. Я тебе объясню. Смотрю, какие-то фишечки другие есть, я не знаю. Жан, блядь, заебал. Вставай, эй, салам алейкум. Смотри, одну сюда. Нет, поставь. Мах, ты куда побежал? Одну сюда. Сказали же, на совет идти. Нет, идем обратно. На проф. Еще один трай сделаем. Я иду сюда. Синий убирать? Ага. Ну, да, вообще-то нет, вот сюда вот ставь. Так, можно вот сюда вот. Чуть подальше. Смотри. РДДшники здесь стоят. Сразу профу вот
крестик ведет, вот здесь танчит. У него у танка вот маршрут один от крестика до сюда вот. Идет он туда-сюда вот водит. На второй появляется... фазе, я правильно понимаю? Или... На первой фазе. Ну и на вторую также. Смотри, вторая фаза это появляется, смотри, вот сюда вот все с зеленой фазой, ой, с зеленой этой хуйней встают, упираются в стену, и здесь вот это, убивают его. А красные, ну у кого красная метка, встают вот сюда, короче, и здесь вот убивают, бегают по кругу, вот здесь по кругу, по малому, и все. То есть сначала, смотри, я как понял, да? Сначала все, то есть РДД хилы стоят в печеньке, правильно? Да, да, да. Да. Босса они здесь всегда стоят. Ну, босса ведут в крест. Соответственно, я правильно понимаю. Да. Далее бьем, появляется зеленый, убиваем, соответственно, на перефазе. Кто с зеленым дебафом убегает вот сюда. Да, в стенку упирается спина и там стоят. Соответственно, бьют. Да. Дальше с красным уходят в квадрат, я правильно понимаю? Да, да, да. Далее, вот ты говорил, что танк ментишит с креста в трусы. Ну, чтобы, смотри, когда колба ставится, чтобы не ну, было... Ну, это понятно, соответственно, колбы ставят в трусы, я понял. Угу. И чуму не надо переносить к миникам? А зеленый не бежит на тех, у кого красный добавок? Нет. Угу, я понял. И смотри, РДДшники вот стоят в этой точке, никуда, ни к миликам, никуда, между собой передают чуму. ДПС не теряют. Она не шотает. Ее лишь бы передать. Рыбу поставил. Угу, я понял. Я так и не поняла, зачем на первой фазе его водить туда-сюда. Ну, на первой ты не водишь. Только на второй, когда колба. Колба на первой не ставится. На второй водишь с колбами. Кто что не понял? А куда ты? Еще не слушала, ребят. Я тоже отходил, если честно. Блять, ну, ребят, молодцы, конечно. Всё. Я написал просто, ну, надо было. В печеньке стоят РДД. Стоится на первой фазе. Служи, как обычно, вы смещаетесь, все этот, дружненько, и потом убегаете обратно, когда выпьет здесь служу. Далее босс танчится в кресте. Соответственно, все то же самое, как и было, только на перефазе, когда будут зеленые и красные колбы на вас, соответственно, около ката. Оранжевая, красная убегает в квадрат, выбирается цель красной, то есть слизни выбирают по колбам, то есть у кого красная, тех могут выбрать красный слизень, у кого зеленая, то есть зеленая. Что такое? Претенденты бьют там, потому что упадет слизень, если зеленый полетит, он будет дольше лететь в тот угол. Ну давай туда, нет, без разницы, то есть туда поджимается, правильно? Ну, разницы-то нету. Ну, короче, ну, смотри. Состояние больше для хилов, т.д. и т.п. Соответственно, ребят, в треугольничек с зеленым дебафом, с красным в квадратик. Соответственно, красная цель бегает по маленькому кружку, пожалуйста. Вот так вот. Старается. Далее, соответственно, зеленый поджимается в зеленый. Алис, ты ставишь вот сюда, как обычно. Все то же самое. А чем ты туда-то поставил, задум? На трусы ставь. Или как не так? Ладно, чек на готовность. Смотрите, там туда будет колбу разбивать. Ну, один трай будет, а там будет видно. Если будет умирать, как валенький, тогда пойдем на свет. Смысла нет, да? Да, отчет на пол. Тактику это потом в скиде будем учить. Вы чё, народ, погнали нахуй! Личные новости, народ! Вы кучни сначала стоит, сейчас служу скидаю. Ну вот, служу, выходим. Ну понятно, служу не умеем выходить.
Мосса есть, БРБ, либо народ. Мне 2 минуты. Давай шутри, пей. Бафнули мы народ, по зеленому играем. Подняли рейд. Сейчас ты, блядь, не успеем, успеем. Успеть должны. Бейте. На ком зеленый под зеленый треугольник? У кого в зеленый, соответственно, в треугольник. Бежим быстрее. Ну, блядь. Надо учить. Минус 4, ложимся. Скоро чушку идем на совет. Да, чего это потом такого? Придумаем. Там это... Как-то вы, блядь, не знаю. Вы, блядь, стоите в печеньке, потом на перефазе вам хуярить надо хуй знает куда, и вы хотите добежать. Смешно. Эти горы не надо туда ставить. Я тебе по... где поставил, там вот нормально будет. Ладно, посмотрим. Это потом. Нахуй. Есть видео. Парагоны, которые первые в мире убили лича, они убивают профа. Можно посмотреть видео с ДПСом пониже, чем у нас они убивали. Можно посмотреть это видео, ну, и понять, это как так, что делается. Войт, закинешь мне его потом в личку, mm-hmm. Или оно у тебя есть где-то? Mm-hmm. Я потом гляну, расставлю, нахуй, нормально будем делать. Закину. Сейчас нам войдем на совет. И на лану. Пан, а чё ты желтый джаги бьёшь? Джагой на свет бьет только хули паладин, ребят. Ну как бы ДПСика побольше здесь надо. Да. Вот такой косяк, как монород, допустим, да, лужи ждут. Ну, за такой тоже КП надо вхерачивать. О, да, сука! Да. А, спасайте меня! Плохо. Не, мут уебали, не 10 минут пиздец. Ладно, идем 2-4. Блять, пиздец, вы красавцы, блять. Меня убивают, блять. Стоят там ебалом шоу. Отряд не заметил потери бойца. Шлак, я зря ливнул, конечно, ладно. Так. Я перевяжусь. Нет, за... И мне нужен воятель, и что? Слушайте, ребят, посмотрите, кого-то в гильдии. Чего? Онлайн. Ну, добирать надо, 24 шмотку, да? На принцах убьем их 24. Да тут все боссы убьются, кроме лича. Ну да. Нет, Лана не убьется. Лана убьется, если бить по тактике, которую я говорил. По какой? Когда все в тучке стоят, в мили-зоне. Это для нубов тактика. Нубов не нубов, но нам надо убивать. Какая разница? Лучше убить и лут получить, чем не убить вообще, блядь. А чё Лана? У неё масуха, у неё может. Покровок скорби не прошу. Ну не знаю, моты уже починили, но последний раз, когда я был в десятке обычки, то пахало все нормально. И в 10 хм. Ну, еще и бутер хочет на замену. Это что такое, я не понимаю. Ты объясни мне. Масуха, которая, если друг с другом стоите вместе, блядь, на первой фазе, либо любой фазе, вам наносится урон. Покров скорби его не называют. Ничего, она не работает, там типа ваншот. Как его? Клиза, нет? Никто не спрашивал. Ну, бутер, в следующий раз можешь мне даже не писать. Свободен. Можешь уходить, свободен. Привыкли, блять. Вот, люди уже с волчатом у меня сидят там. Привет, мой лучший друг. Он вроде ничего не унес или унес?
А, там нонсо тоже какие-то шмотки бомжатские. А, нет. Ты так говоришь? Ну, просто уже понятно, когда у меня в чесе, уже не выйти оттуда. Ну, типа он сходил там, где шмот падает на ханта, а зачем ему дальше идти? Ну, пацаны привыкли, что он не ходит на 4 босса тут на этом сервере. Чё вы доебались-то, блядь? Колечко с Вали падает на ханта тоже. Ну, он тут понял много желающих на него, так что. Трупов поднимите. А чё он написал? Надо уходить или чё? Да, да, замените меня, пожалуйста. Он с гильдии с нашей или чё? Не, нет. Был бы с гильдии, нахуй, было бы другое отношение. Пуги всегда одинаковые. Вы тоже, когда в рейд идете, имейте в виду, что если вы уходите и пишете, мне надо уйти, а на самом деле вы пойдете чем-то, ну, другим заниматься, вы могли бы посетить рейд. Вы тоже так иногда делаете, некоторые люди. У меня в этой ситуации сразу инет падает. Да, и потекли из меня темные. У меня таких ситуаций нет, потому что я только с гильдией хожу. А больше у нас никого нету, да, вроде? Ну, дай 24 пойдем, ничего нахуй. Так, засмонили. Давай, пан, твои трусы моя луна. Агри, вниз сводим. Жаем по черепу. По черепу. Нет, стоят. Охуенно у нас. А чё, чё такое? Чё у нас барабаны висят? И барабаны. На мне барабан висит. О, не, дальше играем. Джованни бахнул. Так а чё, блять, мастер, мы не убьем типа по норм тактике, ладно? По норм тактике можем убить, в чем проблема? Просто увидим по ДПС, что будет делать. Сейчас увидим по ДПС. Просто пока есть возможность убивать и одеваться, можно убивать так, а не ебать себе мозги. Я предлагаю сначала Вальку закинуть, и потом уже Лану идти. Да, сначала пойдем совет, потом Валя. Ой, потом Лана, потом... О, блять, Валя, потом Лана. Вот я тоже думаю, что его дело говорить. Мы у нас есть 7 босса. Чтобы надо шмотов больше было. Опять же, шмот что падает. Да, да, все верно. Даже если мы сейчас не убиваем, потом люди приоденутся. Будет пара-тройка шеемов, будет легче. Угу. Даже тоже за само. А что вы все вверх поднялись? Я не понял. Появится. Пан, твои трусы. А хочешь, я вам кое-что расскажу? Луну, ладно. Про Юльку? Нет, не про Юльку. Лохи будут на кинетике. Готов стать лохом? Нет, лохи есть уже. Три штуки. Костя, это он про тебя. По 30 играем быстрее. Как же этот Сирус мне нравится, когда идешь на совет. Мне вот не нравится, потому что люди постоянно придумывают какую-то хрень. А вы убили его 10 лет по одной тактике, сейчас пришли, все изменилось.
А чё, кстати, ты говоришь, на лане не работает? Не дамажит АОЕ. Чай, Ленка, мать. Ну вообще не работает. Трусы забрали. Не стоит бить по тупой тактике. Потому что... По этой тактике, пока, блядь, люди нахуй... Можно учиться, когда это хуйню пофиксит, а не сейчас. Луну законтролили. Череп убили, потом Луну. Луну захватите, блядь. Два танка. Идет Луна на хила. Я должен танцы. Да, я видел, что дал. Мой герой воет. После того, как я стропон попробовал, конечно. Любовь. Это был утешительный приз. Надеюсь, не на сухую. Я стропон дал.